Когда ей было 5 лет, она мечтала стать археологом, потом следователем и врачом, но в итоге выбрала профессию журналиста. В гостях у программы «За кадром» ответственный редактор и ведущая программ телеканала «Самара ГИС» Виктория Шарая. Как снимают криминальные истории и где ищут героев для сюжетов про озоновые дыры, узнаем в программе «За кадром» 11 ноября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».